Приветствую вас, с учетом того, что ревность, по большому счету, практически всегда является манипуляцией, то можно сказать, что он вас и приревновал, и вместе с тем пытается с вами манипулировать, чтобы вы почувствовали свою вину. Кстати говоря, у него это получилось, вы почувствовали свою вину, потому что вы извинились, хотя, по сути, извиняться вам не за что было. Вот, он, значит, вами манипулирует, но вместе с тем это очень, судя по всему, неуверенный, значит, ну, неуверенный в себе человек, вот, значит, потому что обижаться на то, что обиделись вы, это, мягко говоря, странно, ну, с учетом... Особенно того, что ничего плохого вы не сделали. А вот почему вы обещали ему не бить, это на самом деле большой вопрос. То есть у меня сложилось такое впечатление, что вы категорически, вообще категорически друг другу не доверяете. Вот как у меня сложилось впечатление. Вот прям категорически не доверяете друг другу. То есть между вами нет доверия, между вами нет близости, а между вами нет понимания. Вот. И мужчина, когда он говорил вам не пить, он, видимо, подразумевал совсем другое. Он подразумевал, что вы не общались с мужчиной, он подразумевал, что вы, ну, что он вас ревнует. Вот. Ну, на мой взгляд, по крайней мере, так ситуация обстоит. Вот. И в общем и целом, на мой взгляд, вам совершенно не нужно в этой ситуации, да, мириться с ним. Вот. То есть вся проблема, она вот, в частности, в том и заключается, что вы всегда миритесь. Вот. У вас мужчина такой достаточно истеричный, и он не склонен идти на, значит, ну, на компромисс. Вот. И да, это очень уверен в себе человек. Так, может быть, обиделся, что я мне написал сегодня, как дела обычно, когда мы поссоримся, и как мне вообще себя вести себя, как ни в чем не бывало, ведите себя, как будто ничего не произошло. Потому что это правда, ничего не произошло. Вот, на самом деле ничего не произошло, ничего не случилось такого критичного. Вот, и пусть мужчина сам сталкивается с последствиями своих действий. Вот, это будет, по крайней мере, справедливым. Это будет, по крайней мере, прилет его, хотя бы чему-то его научит. Знаете, вот. А так это... На самом деле, будет повторяться вновь и вновь, снова и снова. Вот, и в итоге ничего не изменится, все будет так же и будет еще больше. То есть по опыту могу сказать, что если, допустим, ну, это прогрессирует. То есть это будет прогрессировать. Понимаете? Такая вот история.
Вот, в принципе, так я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Надеюсь, что помог вам, если у вас остались дополнительные вопросы. Буду благодарен, значит, если вы напишите мне их в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен также, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи вам.